Сделаем кекс обычной акварелью. Простым карандашом строим маффин. Потом добавляем крем. После вишенку на верхушке кекса с малиновой помазкой. Дальше детализируем маффин. Отлично! Приступаем к цвету. Охристой краской даем цвет маффина. Коричневым детализируем, а белым добавляем блики. Светло-желтым придаем цвет крема и коричневым добавляем тени. При этом даем тональности и рефлекса. Розовым оттенком даем цвет вишни. Фиолетовым вытемняем, а гранатовым даем тональность. Алым оттенком даем цвет помазки. Желтоватым блики кексу, а коричневым придаем цвет веточки. Темно-синим добавляем тень, размывая при этом водичкой. И напоследок детализируем наш кекс. Друзья, главное помнить, ваш стиль – это ваш мир.